Салют, братья и сестры. Как вы понимаете, я не ощущаю себя клоуном. Но когда ты 10 тысяч раз говоришь одно и то же, а тебе задают все равно и спрашивают, да? То есть человек зашел, наверное, да, себе на какой-то определенный мой посыл. И после этого решил ему так, ну в какой штанину у него легло, он взял и написал мне. Вот задал вопрос. Но я об этом постоянно говорю. Мне часто говорят, а что, вот да, скажите, это трихомонада. Надо, то есть человек хочет получить ясного врага, да? Вот ему нужен ясный враг. Вот тем интересен национализм, всегда есть враг. Да? Из серии «Если в кране нет воды». Но этого ясного врага в организме вы не найдете. Там огромное количество. Это как флора и фауна с Амазонки. Там живут стафилококки, стриптококки. Там живет столько всего, чего мы вообще даже не знаем. И врачи не знают. И мутируют они вместе с нами. А если вы еще, не дай бог, занимаетесь спортом и принимаете анаболические стероиды или спортивное питание, то они растут там монстры. Внутри вас происходит жизнь. А что он задал вопрос какой? Я еще не читала вопрос. Это я куда говорю? Это я просто так говорю? А что ты мне не скажешь? Настя, задавай вопрос. Леонид из Москвы пишет. Найден стафилококк и стрептококк в предстательной железе. Антибиотик не берет, сыроедение тоже. Что делать? Ой, я такое превью, так сказать, тут нахренячил. И человек задает вот этот вопрос, что делать. И хочет, чтобы я ему ответил, да? Я решаю этот вопрос 33 года. Мне часто задают вопрос, а насколько вы его решили, Аркадий Владимирович? Отвечаю, на 85%. 33 года. Да, может быть, у меня была тяжелая форма. Да, у меня нету боли и нету вообще ничего. Но я думаю, что они живы, что иммунная система еще не так работает, как надо. Если правильно работает иммунная система, вы не будете ощущать ничего. Тело. Что такое здоровье? Здоровье – это когда вы не чувствуете тело. Настя, ты чувствуешь свое тело? Значит, Настя больна. Так и хочется сказать, Настя, значит, вы не будете ужинать. Вы больны, значит, это. Но она голодала, бедненькая, 2 дня. Поэтому будет кушать. Да. Да. Хорошо еще, что показала, что там стафилококк и стрептококк. Стафилококк и стрептококк? Да. Да? Что не делай, надо поднимать иммунную систему. Я думаю, что, и я свято в это верю, без поднятия иммунной системы ничего не будет. На сегодня все, друзья мои.